ты себя ощущаешь в этом мире? Мы вас очень просим, нам всего 5 минут прошло. А потом мы будем уже свободно общаться, если можно. Чуть-чуть потише. Вот мне очень понравилось, как вы сказали, кем себя нужно ощущать. Вот с этого места еще раз повторите, пожалуйста. Ну, нужно себя, конечно, ощущать художником. Если ты взялся, стал мастером, то это хорошо. Хорошо даже то, что если ты понимаешь, видишь свои ошибки. Вот, а подтягиваться, и если, допустим, есть в таком режиме, куда тебя занесет, ну, там все равно. Если ты не принято. Вот. Ну что, эти все помидоры, это все интересно, здорово, хорошо за ними ухаживают. У нас издавна росли вот эти, так называемые, вот эти кубочки. Потому что лагинария на самом деле называется, там или бутылочная, типа, там никто не знает, просто кубочки и все. Раньше люди ездили, моя бабушка рассказывала, что на них купались, дети купались, девушки, женщины купались, они использовали как поплавки. Носили воду, на бахчи, квас там наливали, молоко кислое. Да, 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 да
музыки, в общении с людьми. Удивительная вещь. Вот это оборудование дыба вдруг становится предметом Thank you.
мы до того, как она созрела, она стала сухой и легкой. А раньше была тяжелая. Она была тяжелая. И тоже водяная. Значит, внутри здесь пустота. Здесь сидит семена и перегородки. Вот. Ну, как я уже говорил, из этого получается, всегда получался разные предметы. Делали музыкальные предметы. В Южной Америке делали из них колеса для тачки. Как это все монтировали, ну, они использовали как колеса для тачки. Один грязёк, тот самый в Южной Америке, кто придумал, он взял, значит, из этих тык, сделал монополию, он всем запретил свои годы на них сажать, вот, и на своих участках принялся этим заниматься. Вот, и ввел это как денежный эквивалент в государстве. Ну, или мы так, или мали, стык, что это такое, он не понял, это тоже не совершенно. Ну, что еще можно мне сказать? Растет она везде, растет там, где есть солнце, там, где есть тепло, там, где есть так называемая, когда это, ну, фаза тепла достаточно, чтобы как вот созрело. Вот. Ну, у нас не созревает. Там. Даже бывает год, когда дождливый, когда прохладный, тем не менее, они потом достаиваются. Не достаиваются. Значит, она состоит из чего? Она состоит, как и любой. Как любой овощ, как любой фрукт, он состоит из кожуры. Ну, виноград называем такой пуин, да? Вот кожура у яблок есть, кожура пуин у винограда. Там, ну, то же самое есть кожура у тыквы. Это самое. Вот. Ну что? Давайте попробуем, значит, я вам покажу, как она обрабатывается. Мало ли, может, захочет ли сервиски, будет показаться интересно. Вот. Ну, вы, по крайней мере, имеете представление, что это такое, как это вообще. Он не пропадает, он стоит десятки тысяч лет. Вот находят, причем, читал статью в одном журнале, что это, считается, что это самое первое человеком приученное домашнее растение. Вот так, приучают животных, вот, а потом, наверное, сколько человек хотел приучить животных, и растение, чтобы он дома растет, там, пшеница и так далее, все дела. Ну, эту тыкву приучили тоже. Ухаживал за ним. Использовал, конечно, ее как посудная тыква. Ее не едят, она не вкусная, ее есть невозможно. Если вы соль, она в гимне, тоже в оригинале называется. Она такая гимна, она огромная, таких и таких. Она седловная. Когда, значит, там она вот растет, она, эта кожа у нее мягкая, нежная, их там жарко, кубачки, там сидит на сковородочке, сидит со всем остальным. Это же не бесполезно, та трава, конечно. Ну, как сосуд, который содержит в себе воду, вино и все остальное, вещь прекрасна. Это не вываренное, это просто высушенное. Нет, что не вываривает. Как вот это все вываривает и все такое остальное, это знает на Востоке. Мы, к сожалению, ничего не имеем опыта по этому поводу. Наши люди не церемонились. Они даже, по-моему, даже не украшали. Срезали водички, налили палочкой, ручки, и пошли. Ну, если по дороге там где-то упало, разбились есть еще на палате. То есть для сосудов. Да, это посуд для сосудов. Вот такие тыквы можно выращивать разными по форме. Завязывая ниточки, одевая кольца металлические. Вы да, экспериментировали? Экспериментировал. Взял сосудную, у меня было пока не до этого, я просто сунул ее в банку, пока она росла, уйду. Она полностью заняла эту банку и пошла дальше ее расти. Но у нее еще был жизненный ресурс. Да, но то, что она в банке оказалась, так и на банке, и причем с хорошим разрешением, ну, это правда, было такое. И еще говорили, что, допустим, когда тыква растет, для того, чтобы ее было удобно перевязывать этим удавочкой, да, то иначе говоря, просто когда она росла на перевязывание, получалось дронышко, ну, а дальше мы уже делали, как, на спирочку перевозку, и пошли на нее. Музей этнографии. В Санкт-Петербурге, там есть тоже такие, вот такой по такой форме. Обратите внимание, они разных форм. Это как вот булавинная такая, а это будет вот, груша, да, на грушу, грушевидная. Вот, вот такие вот булавинные там стоят на стенде, где представлена молдавская культура, я бы сказал так. Там то же самое, как я, вот, темные краски, черные. Значит, молдавские узоры нанесены, вот, у грузин чуть повыше. Или пластикин, я не помню у кого, тоже самое, такие кубышки стоят. Такие, правда, чем-то подловенные какими-то, значит, своими там местными там красителями. Но это старые кубышки, это еще с тех времен. Это тогда, когда это все, там они
это не наводило. Орган, кажется, что ну, это недавно все предоставили экспонат. Кто-то взял, кто-то потрудился, видимо, там где-то. Да, в Сербии говорят, люди перед Сербией приезжают, что в Сербии там вот это дело занимаешься сейчас. Это же продают на улице, это сувенир. Ну, в Сербии, наверное, как-то табакерки больше. Я не знаю, не знаю, я не видел. Люди об этом не говорили. Грузины тоже украшали, там кто как мог. Понятно, они не могут запретить, что что-то взять и сделать своими руками. Ну, разве, как ты считаешь, нужно? Ну, в Средней Азии и Кавказе они чекали, и они оправляли это металлические, не целиком говоря. Да, а... да, 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 делали кальяны, делали до сих пор, международные полностью эти живые. Ну, у нас, к сожалению, этому учиться не у кого. Это вот только из головы пришло такое. Вот и все. Хотя, может быть, я не знаю. Может быть, кто-то там уже это все делает, куда-то делает, производит, почему не кальяны, никто не пишет, потому что я так видел. Спасибо, что вы пришли собрались, вам интересно. Они там куда-то это все там приходят. Я просто не знаю. По крайней мере, у Ростов, когда показываешь людям, которые заняты, там культура, они не разрисованы, такого не будет. Вот, еще плюс из этого всего, я думаю, если вы светильничек. Значит, знаете, такой знакомый человек, который был в Африке. Вот, и там, значит, в Африке Масаи племя из таких вот кубышек, немножко другой формы, длинные, по соседу, они делают сувениры, делают свечи. Вот на роль того, как сказано, сказано вот здесь. Ну, иначе говоря, не спинки, а мажор. А мажор это дальше. Прорезная резьба, она все как положено, вот эти фрезы. Вот. И, не знаю, как они там делают, мне в голову лучше ничего не пришло, потому что разные по способам было. Вот это вот взять обычную бумашинку, это другая. А что обычная бумашина, при которой чинишь зубы, да? Да, да. Зубы, он помогает зубам, чтобы зубы не болели, вот эти все рукава, да. Вот я ее приспособил так, чтобы можно было еще плюс рисовать. Иначе говоря, вот эти все картинки, они... Да, 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 да. Вот есть вот работы, которые полностью, там даже не кисть. Не кисть, не карандаш, не касается, там просто гравюра. Ну, может быть, не в том, как в классике какие-то приняты, знаете, там воски, вот эти все мастера, которые вырезали. Особенно это все пробовали, но там все выгравировано, там все выгравировано. Давайте попробуем вырезать, да? Да, давайте мы не пошли, где это, знаете, не карандаш. Дальше все время подставляешь.
представляешь, представляешь, они все нарастают, тяжелеют, тяжелеют. И вот ночью такие, я не знаю название этих насекомых, они такие большие, они птички так нормальные, они такие длинные, они их по ночам приходят, блядь. Вот, 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 только, знаете, они на бабушку не похожи, они такие мотучие, такие, знаете, да. И вот они как-то интересно, вот эти цветов, блядь. Жанны такие стоят, стоят такой, блин, растут будут. Цветки женские, мужские. Сначала растут мужские, потом растут женские. Вот тогда, когда это и то, и другое, получается, ну там, любовь. При помощи этих самых птичек, папочек. Да, цветок, ну, ничего. И рыбы можно выступить в роли камочки. Здравствуйте, да, там ночью, взять цветочек, прям появились все женские цветочки. Нет, отпадаешь. Пчелкой работал. Что не скажет? Может быть, там что-то такое в лесу не скажет, не подумает. А это важно? Очень ведь важно. Они же увидят результат. Ну, это не главное. Конечно. А самое главное, конечно. Просто стесняться. Знаете, просто это делает лень. Вот. Лень. Да и карта. Рисуешь, причем рисуешь десятки размеров. Просто ну, и пошел, пошел, пошел. Да, он просто не разводится. Вот. Если, допустим, момент не получается какой-то, просто берешь, внизу эту всю тушку как это как, да, как и лазит. Ну тушь, бумагу ты не уберешь, а с этой, пожалуйста. Еще пару раз такие вечерние штучки, туда можно еще про это. Самое вкусное.